Боже мой, сколько народу в церкви, ох, вот что делает мода с людьми, даже правительство пришло, особые праздники приходят подсвечниками в церкви работать, все, так, в такой толпучке не разберешься, куда идти, кому молиться, какими словами, какую икону выбрать своим спонсором. Прости, Господи, куда тебе обращаться? Да ты прости нас, нас не учили этому делу, из всех святых слов мы знаем только «Господи, грех, аминь» и «Свечай», и все. Красавица такая с большой свечой пошла, здорово, видать, накрошила, какая свеча огромная. Так, все, я к тебе потянулся, Господи. Бедным сейчас тяжело живется. Нам, богатым, что говорить? Сколько же нам проблем? Никто ж не знает, что у нас творится. Не учитывают, чем больше денег, тем больше проблем. Так, все. Не надо отвлекаться, надо сосредоточиться и молиться. Так, времени уже совсем мало, к сожалению. Вон, пойду тому нарисованному мужику с крыльями. Так, сосредоточиться и молиться. Все, молиться и еще раз молиться. Не помню, кто сказал. Неважно, какими словами. Главное, чтобы я был честен перед тобой. Господи, я ведь... Что, если я к тебе пришел, это уже мне зачтется, да? Ну, как мне объяснили бы? Из-за того, что если бы не то, я бы сюда вообще не ногой. Ой, так, все. С чего начать просить? Ой, так много чего еще спросить. Список подавать ему, что ли? А вот. Это, Господи, будь человеком. Не могу я так жить. В реале вот этих психопатов. Помоги, пожалуйста, сделай так, чтобы фирма, мне которая большие деньги должна, скоро бы мне вернула бы. Потому что я уже со спокойствием не могу. Понимаешь? Чуть я ему не то говорю. Ну, еще святого глаза будет почерел. О, Господи. Мне о деньгах же надо Господню говорить. Да. Это же тем более церкви нельзя, да. Приговорить можно. Прогонят, и кислорода не хватит. О, бабка была умная. Денег никогда в молитвах не упоминала. Слово «дай» шепотом не произносила даже. Только... Пошли мне, Господь, сил и здоровья. Научи, как жить, научи. По-божески. Я сейчас так и сделаю. Господи, научи мне, как мне жить. Намекни, как все эти деньги из этих сволочей обратно вернуть. Причем с процентами. Знаешь, Господи, какие там проценты. Ой, на такие проценты тебе и не снились. Что-то опять не то. У святого челюсть отвисла. Стою, так. Стой, подожди. Все, больше о деньгах ни слова. Клянусь самым дорогим, что у меня есть. Шубы из жены мои, билеты. Только здоровье, как бабка говорила. Пошли, Господи, здоровье и сил. Главное, сил. Ты мне пошли, чтобы этих сил, чтобы мне хватило, чтобы все вот эти деньги вместе с процентами домой унести. Да что это, брат, не то. Да что же это такое? Что ж так сложно молиться? А, так, красавица, наконец-то, как хорошо в этой позе стоит, а? О, как молится, а? Аж лбом в пол бьется. Это ж больно. Ох, может, мне на колени бякнуться? А, нет, можно, это вряд ли времени мало совсем будет. Да, то пока со своим этим опустишь животом, ой, столько времени пройдет. Кто тут пристроился? Шустрый лохматчик. Мешает мне молиться. Тож, от Бога что-то требует. Да? Чё? На пропитание? Ага, погоди, отец. Перевись. Сколько тебе надо на пропитание? Сколько? В день, что ли? А, вот так вот, о, круто. Слушай, дай тебе вот на 20 лет вперед, только отойди и не отвлекай мелочи свои. Иди отсюда, дай мне с ним о большом это поговорить. Иди отсюда, я сказал, иди. Сколько этот мужик с крыльями-то стоит, а вообще? Повесил бы у себя в офисе, был бы у меня прямая связь, Господа. Нормальная сотовая связь. Иди отсюда, Господи, говорю тебе. Ой, помоги же ты мне, Господи.
о деньгах помоги. Больше все, ни слова скажу о деньгах. Все. Все, мое слово закон. Помоги мне. Помоги мне, пожалуйста, эти зеленые бумажки вернешь. Что хочешь сказать, что еще сделаете? Я тебе сделаю все, что хочешь. Хочешь, я 100 свечей поставлю, сколько хочешь и куда хочешь поставлю. Все. Господи, уж все время. Так, все, уже время что-то. Сергей, мне уже надо идти. Слушай, недолго я вот у тебя тут пробел. Чувствую, сил набрался вообще. Да. Ты молодец, да, чувствую, сейчас такое натворю, вон с той красавицей. Потом обратно тебе приду грехи замаливать. Все, я пошел.